Володимир Зеленський пішки пройшов з дому у Маріїнському парку до Верховної Ради, де відбулася церемонія інавгурації. У парку президента зустрічали його прихильники. Мер Києва через величезні затори у столиці приїхав на інавгурацію Зеленського електровелосипедом. На церемонії також були присутні президенти прибалтійських республік, іноземні гості, а також колишні президенти України. Петро Порошенко сидів поруч із колишніми президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком. Народний депутат України Сергій Ківалов прокоментував головні очікування від нового президента країни. Парламентарій у черговий раз заявив про необхідність обрання суддів прямим голосуванням громадян. Підтримав ініціативу про ліквідацію депутатської недоторканності і висловив думку про те, що абсолютно неправильно зараз позбавляти людей права прямо обирати конкретного депутата. Как и все, я очень хочу, чтобы не было войны. Этого я жду от нового президента в первую очередь, и это надо делать очень быстро. На это должны быть направлены все усилия президента Зеленского. Следующим пунктом я бы поставил справедливый и честный суд. Любой должен знать, что в государстве есть место, куда можно прийти и восстановить свои нарушенные права. Поэтому я надеюсь, что судебной системе будет уделено должное внимание. И еще. Я глубоко убежден, что судьи надо избирать прямым голосованием людей на выборах, как депутатов. Думаю, мы до этого дойдем. Я очень рад, что услышал в инаугурационной речи президента Зеленского первейший посыл к депутатам – ликвидировать неприкосновенность депутатов. Я за это выступаю постоянно. Кроме того, я сам не один законопроект подал. Надеюсь, что депутатский иммунитет наконец будет ликвидирован. Мне не очень понравился посыл о внесении изменений в избирательный кодекс. Я считаю, что страна еще не готова отказаться от мажоритарки и перейти к пропорциональной системе. Но мы и к этому готовы.